эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости. Средняя зарплата в Башкортостане к 2020 году вырастет почти на четверть, до 35 100 рублей. Уточненный прогноз на ближайшие три года представили специалисты регионального Минэкономразвития. Ежегодный прирост заработной платы за 2018-2020 годы сложится в границах от 6% до 6,2%. В абсолютном значении ожидается увеличение заработной платы до 31,1 тысячи рублей в 2018 году и до 35,1 тысячи рублей к 2020 году. По данным экономического ведомства, на 1 июня средняя зарплата в регионе составляла 28 600 и должна вырасти к концу года до 29 100 рублей. Отмечу, как сообщает Росстат, в среднем по России заработная плата уже сейчас превышает 40 200 рублей. В Уфимской мэрии проведут совещание по вопросу возврата в муниципальную собственность 30 гектаров земли, которую чиновники бесплатно предоставили частным строительным компаниям. Соответствующее требование о возврате изначально направила прокуратура Башкортостана. В надзорном ведомстве сочли незаконной передачу 26 земельных участков в счет компенсации затрат застройщиков на завершение строительства проблемных многоквартирных домов. Как отметили в прокуратуре, такой порядок допустим только в отношении земель, находящихся в республиканской собственности. Рассмотрение представления будет носить коллегиальный характер и пройдет в присутствии представителей прокуратуры, поэтому о каких-то дальнейших действиях можно будет говорить уже по итогам заседания. Напомню, надзорное ведомство требует вернуть в собственность муниципалитета неосвоенные участки и взыскать с владельцев в пользу городского бюджета рыночную стоимость земель, на которых строительство уже ведется. Мой коллега, ведущий телеканала РБК Уфа Олег Смаков, победил во втором всероссийском конкурсе СМИ, организованном Минстроем России. «Технологии жилья» – так называется проект уфимского журналиста. Он занял первое место в номинации «Лучший материал о создании современной жилой застройки на радио и телевидении». Съемки проходили в Уфе на территории застройщика «Первый Трест». «Технологии жилья» пока состоят из 8 серий, как рассказал автор. Впереди много задумок по развитию и наполнению проекта. Всего в конкурсе приняли участие около 300 работ. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Доллары и евро в очередной раз просели. Минус 3,15 копеек. 59,92 и 70 рублей 26 копеек соответственно. Лучшие обменные курсы на сегодня. Покупка доллара в банке Финам за 59 рублей 80 копеек. Продажа в Промтрансбанке за 60,15. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в БКС банке за 70,15 с комиссией до 3% за обменную операцию. Продажа в Россельхозбанке за 70 рублей 49 копеек. На этом пока все. Очередной процесс по иску Роснефти и Башнефти КФК системы уже второй день длится около 10 часов. Все подробности в 19:30.